Из-за теплой зимы в Европе падают цены на природный газ. За первую неделю года они опустились до 65 евро за мегаватт-час. Это самый низкий уровень с начала вооруженного конфликта в Украине. С начала 2023 года по всей Европе побиты погодные рекорды. Так, к Новому году температура в Германии местами была выше плюс 20 градусов. Это самый теплый декабрь за всю историю наблюдений. В связи с этим уменьшилось отопление помещений. Подземные хранилища в настоящее время заполнены на 83%.